Тебя казнят. Этого не случится. Потому что прежде чем ты сделаешь это, моя бомба уничтожит тебя. Ну, посмотрим. Четверт атак! Сюда смотри! Мне уже начинает это нравиться. А ну смотреть! Что будет, если оно коснется меня? Цель того взрыва не была человеком. Ой, напугал. Как интересно, однако. Киллер Квин уже коснулся тебя. Вот и все. Теперь я могу расслабиться и спать спокойно. Совсем ничему не учишься. Надымил тут. Не может быть! Что это сейчас произошло? Если говорить проще, ты меня не коснулся. Что ты сказал? Ты коснулся не меня, а бесконечности, существующей между мной и тобой. Ща покажу. Удар в ладошку. Давай, давай. Давай, 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 ну же. Твои ручки такие милые, красивые. Я хочу отрезать одну и забрать себе домой. Не могу пошевелиться. Я буду уперся рукой в невидимый воздушный барьер. А чем ты ближе, тем ты медленнее становишься. Как? Как ты посмел? Ублюдок! Ну вот и до тебя дошла очередь получать пиздюлей. Какой быстрый! Почему он такой быстрый? Я умираю! Я потерял много крови! Как же больно! Ты уже все? У меня нет выбора. У меня не осталось другого выхода. Киллер Квин, третья бомба. Bite the dust! Прекрати. Это уже бесполезно. С того момента, как только ты увидел меня, это значит, что он уже успел проникнуть в твой глаз. У него же глаза закрыты. В чем дело? Ну вот и разобрались. Хотя, я не думаю, что это так. Я удивлен, что ты до сих пор не погиб. Блядь, да ты пидорас! У меня нет выбора. У меня не осталось другого выхода. Киллер Квин. Блять. У меня нет выбора. У меня не осталось другого выхода. Бля. У меня нет выбора. У меня не осталось другого выхода. У меня нет выхода. Блять, выхода. Выбора у тебя нету. Ты ж Путин. С того момента, как только ты увидел меня, это значит, что ты успел проникнуть. Блять, кто ты? Это значит, что он уже успел прыгнуть в твой глаз. С того момента, как только ты увидел меня, это уже значит... Ничего это не значит. Секс, 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 секс. Ша-ла-ла, мигу какико, ацунэ то юдимэ мото. Ша-ла-ла.